Открывать всегда приятно, чем закрывать. Но закрываем мы очень мало, но открываем объектов очень много. И объект необычный, впервые, наверное, впервые в моей жизни, я открываю вместе с вами общежитие для работников милиции. Я вам хочу сказать, что действительно большое дело. Это будет пример тому, как нужно подходить к решению кадровых вопросов. Потому что действительно сегодня работники милиции, мы их не балуем ни заработной платой, ни какими социальными условиями проживания. А то, что сделали здесь, в городе Южном, это инициатива Александра Борисовича, тут никому не давал жить. Но все-таки он добился своего, сделал такое общежитие. Я думаю, что в дальнейшем мы будем изыскивать возможность, чтобы и в дальнейшем мы могли такие общежития, пусть маленькие общежития, но тем не менее, это есть определенные условия для работников милиции. И я очень доволен, что такое мероприятие сегодня есть, и мы его открываем. Так что удачи. Я в первую очередь хотел бы отметить, что руководством главного управления уделяется большое внимание вопросам материально-технического обеспечения. Однако в условиях нынешней реальной жизни в нашем государстве экономики мы, конечно, понимаем, что без помощи местных органов власти, без помощи предпринимателей улучшить материально-техническую базу органов внутренних дел практически невозможно. Поэтому сегодня я в первую очередь говорю спасибо местным органам власти, предпринимателям, которые оказали всестороннюю помощь в открытии этого общежития. Хочу здесь сотрудникам службы участковых ответить благодарностью. Это в первую очередь. Результат будет соответствующий результатам профилактики той же оперативной обстановки, профилактики правонарушений. И что в итоге даст свой позитивный результат в целом как для города Южного, так и для Украины. Жители этого дома будут в безопасности. Милиция рядом. Сегодня надзвичайно, напевно, радісний цей день для колектива милиції, тому що сьогодні ви маєте де прийняти новий склад милиції. Я думаю, що як до нашого міста завжди тягнуться люди, і більш-менш у нас є в гарному і найвищому стані наша міліція. Я хотів би, щоб дійсно надалі так було, що старший завжди піклувався про молодшого. Якщо не Бог, тоді хто? Якщо ми не будемо окувати на Бога, тоді і Господь нам буде, так як ми співне за народ, за наше місто і особисто за вас. Я сьогодні благословляю всі ваші труди, які ви поклали. І сьогодні у нас на місці працювати. Боже вам благословення. Хай ваше діло процвітає у нашому місті. Дякую Богу і слава Україні. Также мы хотели предоставить слово приглашенным руководителям Андрею Владимировичу. Добрый день всем присутствующим, кто участвует в торжественном открытии общежития. Все мы прекрасно знаем, насколько тяжело сейчас стоит вопрос касательно социального обеспечения сотрудников милиции. Одним из вопросов, конечно же, является вопрос жилья. Мы надеемся, что вот это открытие сегодняшнее, открытие общежития, все-таки будет там существенным подспорьем для, в первую очередь, молодых офицеров, стремящихся там служить государству, служить здесь, в Южном, и приносить те блага, которые как бы возлагаются. Наши примерно 40% населения, сотрудников именно предприятия, являются жителями Южного и ближайших сел. Им непосредственно как никому необходима вот эта помощь милиции, плодотворная работа милиции на местах. Милиции той, которая обеспечена средствами, обеспечена жильем, обеспечена обмундированием, которая готова это все выполнить свои задачи. И продолжением тех мероприятий, которые направлены на сближение с народом, на повышение доверия. От руководства предприятия, от собственно здесь присутствовать и на таком мероприятии. И я хочу сказать, так как я там внутри был, видел, как оно делалось,
что очень приятно, что вот эта инициатива, она не делается за один день. Сегодня такой мы торжественно откроем, перережем ленточку. Это красиво, но самое главное было сделано до этого. Вот Александр Борисович, начальник милиции, потратил несколько месяцев, нервов, тормошил всех для того, чтобы закрутить это дело. Потому что многие говорят хорошие слова, редко кто делает. Вот он молодец со своим коллективом, он сделал. И он сделал, что самое приятное, хорошо. Оно сделано там хорошо, мне приятно это, потому что мы стараемся на своем заводе, на Одесском припортовом, все, что мы не делаем, делать хорошо. И мы радуемся за наших коллег, за нашу милицию, за наш родной город. Так что я считаю, что это очень хорошее мероприятие. Приятно заходить в это заведение, которое называется у нас как бы общежитие. Мы делаем достаточно много мебели в всяких там отелях, домах отдыха. Я считаю, что Александр Борисович добился здесь не просто как бы общежития, это можно назвать отелем, там, ну как минимум две звезды. То есть с его дизайном, все, он тут, он каждый уголочек, а вот как поставить, а вот так выкрутить. Хорошо. Я считаю, что большой вклад внес туда, конечно, начальник нашей милиции, ну и все службы, которые помогали. Я считаю, что мы живем в этом городе, мы должны помогать. За кожную добрую справу стоит один. Я думаю, що жителі нашого міста дуже вдячні дійсно головному управлінню за те, що в наше місто направлений такий начальник нашого міського управління Олександр Борисович. Олександр Борисович – це та людина, я з ним працюю по багатьох моментах. Він турбується не тільки про стан прав у міському відділі, він турбується про кожну людину. Цього гуртожитку я теж не хотів би його назвати гуртожитком, тому що гуртожитком. За цю неділю вже друга. Ну, дай Бог, щоб не останнє. Так ви дали кіно, нічого інше вже. Это участковые, да? Да, это участковые, те, которые... Я замначальник. Подойдите ближе, я вам хочу сказать, что я уже 10 лет работаю, наверное, да? И участковым я определял, сейчас немножко упустил, потому что начали меняться, самое пристальное внимание. Больше, чем начальнику управления. Это правильно. Каждый, я, можете сейчас зайти в кабинет, у меня каждого участкового есть номер телефона, мобильный телефон. И мы тогда, когда обходили по городу, каждому определяли место, где его будет кабинет, потому что я считаю, что после мэра второй человек, это участковый, он должен знать каждого человека, кто чем живет, какие у него проблемы. Если что-то на его территории происходит, я должен знать первый. И должен первый мне ставить известно, что есть какие-то проблемы. Поэтому если я по субботу, ну, мы там обходим по кварталам, со мной ходили, вот раньше сейчас молодые ребята, ходили всегда участковые. Я спрашивал людей, если, не дай бог, кто-то жителей не знал в лицо своего участкового, мы его вычеркивали из списка приближенных к мэру. Так будет, да? Ну, я желаю вам удачи. Спасибо большое. Спасибо. Все, пошли. Для всех участковых. Это комната комната морского Одесского порта. Вот это они сделали, да? Нет, это я подстил. Ну я понял. Пятый. Специально после того, как уже дело шло к финишу, то попросили фотографии для того, чтобы работники видели, на каких предприятиях работают жители Южного. Как вы оцениваете качество работы? Вот приятно, что сделано хорошо. Мне очень нравится. Сделано качественно, современный уровень. Вот должно быть, раз мы хотим быть европейской страной, ее надо делать каждый день здесь.
не где-то рассказывать, а здесь делать. И это сделано хорошо. Проживание и милиционеры, которые действительно их сегодня зарплатой обижают. Государство обижает, что, о чем говорить. А какая сумма была потрачена на реализацию? Я не знаю, какая сумма потрачена, потому что это все благотворительная помощь. В первую очередь Дельта Вильма, Одесского припортового завода. То есть мы финансово не касались, это их бригады. Это те, которые на балансе чистят, это благотворительная помощь. Какая сумма? Это не ко мне. Я сделал то, что сделал, вы увидите. Ни копейки денег мы не брали, ни в руки, ни покупали. Александр Борисович, да, скажи, чему у вас вылепло кайдайство? Ну, я вам объясняю, почему. Вот я сам приехал в город этот недавно, 5 месяцев назад. Снять квартиру прилично, это 2500 гривен. Постоянно нехватка личного состава, некомплект. Некомплект в чем заключается? Город удален от Одессы. Жилье снимается. Само оформление можно было сделать без души, а здесь люди, которые этим занимались, они вложили душу, не только начальник, а и все сотрудники милиции, которые этим занимались. Вот отсюда появились и фотографии предприятий, они к нам обратились, чтобы мы дали фотографии какие-то качественные, для того, и они хотят, чтобы новые участковые, они жили вот в обстановке, видели, на каких предприятиях работают работники и все такое. Он принадлежал милиции. Но когда был переведен паспортный стол и встал вопрос, там были квартиры, да? И квартиру решили гостиничного типа, общежитие и так далее. Он как бы рассказал, как он это видит, и начали работать, и у него это получилось. Получилось неплохо. У нас всегда была проблема, она и остается до сегодняшнего дня, это с участковыми. Он сказал, что там, в этом общежитии будут жить только участковые, вновь прибывшие после училища в город Южный. Таким образом, мы, может, как бы немножко сократим текучесть кадров среди участковых. Поэтому я очень рад, что так получилось. Понимаете, когда освобождался этот паспортный стол, начальник милиции же не сказал, дайте мне квартиру, мне квартиру. Не сказал там заместителям своим и так дальше. Когда он сказал, что это будет гостиница, не, скажем так, общежитие, что люди пришли, будут здесь, сколько будут работать, сколько будет жить, и там будет проживать 7 человек, ей это была очень, ну, скажем так, классная инициатива, и она поддержала, ну, и была поддержка в этом плане. Скажите, чи, можливо, будуть подібні гуртожитки для інших? Да, это пример. Это пример тому, как надо делать. Также могут делать сегодня и учителя. Мы можем найти где-то квартиру какую-то. Но только надо этим заниматься. Вы понимаете, что характерно? Вот в эту квартиру город только дал добро. И все. И здесь больше копейки не было, не вложено ни одной копейки бюджетных денег. Вы посмотрите, здесь были меценаты, которые все это сделали. Действительно, это общежитие больше похоже на гостиницу, чем на общежитие. Просто начальник проявил инициативу и взял, ну, скажем, этим занимался каждый день. Поэтому получилось такое. Если сегодня другие наши, скажем, подразделения готовы в таком плане работать, я думаю, что мы можем поддержать их и обязательно решить данный вопрос. Когда вы сотрудничали с участковыми, вы сказали о том, что это было несколько лет назад, да, что самый популярный участковый имеет возможность получить, да, квартиру. Да. Сегодня вы об этом умолчали. Я сегодня не умолчал, почему мы дали, считайте, что мы дали не одному участковому, дали квартиры, возможность проживания. Но участковые практически меняются каждый год. Нас сложно было найти в прошлом году участкового, который бы проработал больше год-полтора. Поэтому мы не успевали даже рассматривать вопрос о выделении квартир. Сегодня, если есть жилье, если люди будут работать постоянно, несколько лет, этот вопрос остается в силе. И мы можем вернуться к его решению. Все, спасибо. Домой не подумали. Мы к вам в гости. Мы вообще благодарим всех, кто принимал участие в нашем построении нашего общежития. Всех благодарим, особенно Александра Борисовича, нашего начальника городдела милиции. Хотелось бы выразить вам огромную благодарность за то, что он предоставил вам такое жилье. Ну, мы считаем себя вынужденными переселенцами. В этом городе, грубо говоря, у нас вообще нет жилья. И его помощь очень даже кстати, потому что мы, как молодые специалисты, вообще не имея жилья, ну, ни для кого не секрет, с маленькой зарплатой молодого сотрудника, очень даже кстати, большое ему благодарность объявляем. И всем тем, кто принимал участие в построении нашего общежития. Спасибо большое. Как вы в Южный попали? Я попал в Южный после референдума в Крыму. У меня получилось, что нет райотдела.
И мой начальник курса, который работал когда-то в этом райотделе, сейчас на данный момент работает в моем университете, был моим начальником курса, и он посоветовал мне этот городдел. Здесь очень хорошие сотрудники, очень нас приняли тепло. Спасибо им большое. А где до этого жили, пока не было таких условий? До этого жили. Большое спасибо тоже лейтенанту милиции Белинскому, участковому нашему. Тоже нас приютил, дал жилье на полмесяца, как бы выручил нас. А когда вы сюда приехали? Мы приехали сюда 8 июня. С 8 июня по сегодняшнее число мы жили в нем. Ожидали, что будет? Нет, честно говоря, не ожидали. Ну, когда мы были здесь на стажировке зимой, нам обещали общежитие. Но мы, честно говоря, не ожидали. Ну, думали, что будет общежитие, но не таких условий. Очень красивое, спасибо большое. Вы наблюдали за процессом строительства или зашли уже в готовое? Нет, мы не наблюдали за процессом. При построении этого общежития, в процессе, мы были на учебе. Мы сдавали госэкзамены, были на учебе. Когда приехали, были, честно говоря, удивлены, приятно. Удивлены за то, что построили такое общежитие. У вас здесь будет 7 человек, да? Общежитие рассчитано на 7 человек, но сколько будет проживать, мы еще не знаем сами даже. Но то, что вот мы, молодые специалисты, которые вновь прибывшие участковые, то, что они будут проживать, это мы знаем, только там оперативные подразделения тоже будут, вроде бы, кто переводился, патрульно-постовая служба тоже будет. Но кто именно, мы еще не знаем. Вы уже предполагаете, как вы будете жить? Обычно, когда все вместе мужчины живут, они могут курить, например, в помещении. Честно говоря, очень красиво построили, такой хороший ремонт. И мне кажется, нам будет жалко, честно говоря, здесь позволять курить даже нам или там посторонним. Мы будем стараться как по максимальному устранять это и как бы чтобы не допускать никаких-нибудь порчи имущества. Почему вы приняли решение приехать в Украину? Так сложилась моя жизнь. Там нету будущего. Я не знаю, что сказать. По этому поводу я не могу ничего сказать. Я здесь. Вы не разочаровались в том, что приехали? Нет, вообще не разочаровался. Мне нравится, все доволен, нам дали условия, жизни, все. Кто нам еще надо еще? Вы тоже были курсантом, да, когда тогда перевели сюда? Где учились, где продолжили учиться? Я учился в Одесском государственном университете внутренних дел. Вот выпустился, приехали сюда работать. Мы изначально в нем учились. А, вот вы изначально? Да, мы поступали сюда сразу, вступили сюда. А как вам нужно вообще? Хороший город. Нам очень понравился город, такой чистый, аккуратный, маленький. И родителям им понравилось. Да, очень понравился. Хороший город. Приятно. И люди здесь хорошие. Тут жить хорошо. А родные ваши где живут? На родине? Пока там. Нет пока возможности им переехать. Все потихонечку будет. Будем переезжать все потихоньку. Так будет. Как вы себе представляли общежитие? Общежитие, я не знаю, как и всем представляется это общежитие, там, не знаю, там, маленькая коморка, это там, общий душ, там. Ну, так, это очень сильно, конечно, но мне понравилось, я доволен такими условиями, нравится. Вы уже выбрали себе какое-то место? Да. Да? Да. А вы нам покажете? Да, пойдемте. Да, идемте. А почему именно эту комнату выбрали? Зеленый. Ну, приятный цвет зеленый, цвет жизни, приятный очень. А вы уже знаете что-нибудь о волейбольной команде, которая... Во время практики, да, мы познакомились и с волейбольной командой, и с баскетбольной командой. Мы заступали на охрану общественного порядка во время игр. И нам очень понравилась игра, и команда, и состав, и тренера тоже хорошие. Нам очень понравилась игра, как они борются за победу. В общем, хорошая команда. Ну, а вас не смущает, что здесь в основном там предприятия на фотографии? Нет, ни капли. Вообще ни капли. И, наоборот, как бы дает память то, что в благодарность этим людям мы проживаем в таких условиях и в таком помещении.